Всем привет! Вы на канале о часах Filltime. Сегодня для вас обзор американских авиаторских часов Hemel. В последнее время смотрю много роликов о часах, много слышу о микробрендах, о том, что некоторые паразитируют на старинных швейцарских марках, создавая хаммажи в ноль. В какой-то степени могу согласиться и признать, что сейчас я стараюсь завозить в свой магазин те микробренды, которые выпускает свой индивидуальный дизайн. Ведь часы — это не только про характеристики, как их многие сейчас стараются измерять. Часы — это и про дизайн, часы — это и про историю в том числе. Я вот делал даже опрос среди подписчиков, на что похожи Hemel, и только один человек сбросил мне одну модель немцев Sinn, с которыми я нашел какое-то сходство. Это не те часы, которые я сегодня вам покажу, и которые перед вами. Так что перед вами как раз часы со своим лицом, своим дизайном, а сегодня это действительно ценится. Модели Hemel поставляются в небольших оранжевых коробочках, на которых буквально написано «утилизируйте после вскрытия», то есть бренд дает понять, что это просто бокс для транспортировки. В комплекте вы найдете мягкую салфетку для ухода за корпусом и стеклом, и будет буклет с модельным рядом часов. Многим это может показаться странным, но первое, чем к себе привлекает внимание многие часы Hemel, это их кожаный ремешок. Это натуральная кожа, очень необычный винтажный цвет, качество изготовления на высоте. При такой толщине здесь идеальная прошивка ниткой. Есть по две металлические заклепки у корпуса с каждой стороны, которые подчеркивают авиаторскую стилистику часов. Не стоит принижать корпус, ремешок — это просто приятное первое знакомство с часами. Корпус сделан из нержавеющей стали 316L, он со всех сторон сатинирован, даже на изгибе ушек, где обычно добавляют сейчас полоску зеркальной полировки часы, и здесь сатинировано. Мне это нравится. Качество отделки для своей цены на очень достойном уровне. Кнопки не только гармонично вплетаются в дизайн часов, но и очень удобные. За счет гравирования хорошее сцепление с пальцами, ничего не проскальзывает. Кнопки нажимаются с приятным тактильным щелчком. Здесь же хочу отметить нестандартный механизм от японской компании Seiko с калибром VK64. Это мека-кварц. В данном типе механизма не выводят основную секундную стрелку, а секундная стрелка хронографа движется так же плавно, как в механических часах, когда сам по себе механизм кварцевый. Таким образом происходит имитация механики. Очень удобно для тех, кому нравится плавный ход стрелки, как в механике, но хочется практичный кварц. Задняя крышка часов минималистична, как и положено авиаторским часам. Здесь выписан бренд, серия и характеристики. Помимо тех, что я назвал, видим сапфировое стекло и водозащиту в 100 метров. Безель керамический, устойчивый к царапинам, на 120 кликов против часовой стрелки. Хват очень удобный, вращается уверенно. Никаких люфтов я здесь не чувствую. Размеры для небольшого запястья идеальные. Hemel разбивает свои серии на версии корпуса 40 и 42 мм. У меня в руках версия 40 мм. От ушка до ушка 49 мм. Толщина 13 мм. И вес 94 грамма. Давайте посмотрим, как сидят на моей руке. У меня запястье 18 сантиметров в обхвате. Часы сидят, как по мне, идеально и смотрятся действительно дорого. Очень нравится циферблат в стилистике панда. Он глубоко усажен, что создает ощущение хорошего объема. Классный шрифт арабских меток часов. По краю циферблата детальная минутная разметка. Арабскую разметку минутной шкалы с интервалом в 5 минут также вкрапили. Правильная длина стрелок. Ярко выделенная оранжевая секундная стрелка секундомера создает хороший контраст. Окошки хронографа черного цвета. В левом счетчик 60 минут, в
правом функция 12-24 часа, которая показывает, в какой половине суток сейчас установлено время. Удобно при настройке часов. Ну и, конечно же, часы отметились полностью люминесцентным циферблатом. Стоимость этой модели на сегодня в моем интернет-магазине FieldTime ровно $500 по текущему курсу. Дизайн индивидуальный и удачный, это однозначный жирный плюс. Качество самих часов и материалов для этой цены очень достойное. Характеристики, ожидаемые для такой стилистики часов. Единственный вопрос, который может вызывать споры, это то, что на борту стоит кварцевый механизм. Но тут важно понимать, что данный стиль требует хронографа. А поставить механический хронограф за эти деньги задача непростая. С другой стороны, сами же Хемель в часах всего на $50 дороже использует уже интересную механику с хронографом от компании Seagal. Что как бы ставит под сомнение мое объяснение. Но тогда напрашивается другое. В компании понимают, что не всем нужна механика. Для такого качества и того факта, что это уникальный, а не сворованный дизайн, я могу твердо сказать, что модель своих денег абсолютно стоит. Купить ее и различные вариации по цветам и размерам вы можете в моем интернет-магазине FieldTime с официальной гарантией 2 года. Все ссылки в описании к ролику, я являюсь официальным дистрибьютором бренда Хемель в Украине. Не забывайте написать ваше мнение о часах, а на этом у меня все. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.